забота отцов города о лицах без определенного места жительства и занятий внушает уважение. Но уместно было бы вспомнить о жильцах близлежащих домов, живущих по соседству с ночлежкой. Оказалось, их условия жизни таковы, что они сами не прочь стать первыми клиентами благотворительного дома, причем со всеми почестями по их выражению. Но для того, чтобы осчастливить этих людей, видно, много почестей и не потребуется. Ну, мы хотели повесить вчера с сестрой плакат, чтобы и написать там, как живут налогоплательщики и как будут жить бичи. И вообще думали, что может нам это туда переселиться, но совесть не позволяет. В ноябре дом пережил пожар. Из 8 квартирного дома за это время 5 семей худо-бедно обустроились. Остальные погорельцы выслушивают отказы в мэрии. Разумеется, им обидно, что последние, выделив 970 миллионов на ночлежку, о них самих забыла окончательно.